На улице Пушкинской работы начинаются с рассветом. В первую очередь разметку обновляют на дорогах самым интенсивным движением. Краску наносят специальную, сохнет быстро. Уже через 15 минут по дороге могут двигаться машины. Чтобы водитель разглядел стоп-линию в темноте, применяется особая технология. Сначала наносится разметка, потом добавляются светоотражающие шарики, чтобы в ночное время под светом фар происходило отражение света и разметка была видима. С начала года на разметку в столице потратят 31 миллион рублей. Гарантийный срок – 3 месяца. Но на оживленных улицах разделительные полосы и зебры приходится наносить по несколько раз за сезон. Дорожники завершить работы намерены к 1 сентября, чтобы дети могли безопасно ходить в школу. А в администрации города рассказали, инициативу по нанесению разметки могут проявить и сами учебные заведения. У нас часто бывает, что директор школы просит у нас обновить либо переход, либо что-то внести изменения какое-то в проект движения, в проект организации движения, нанести заезд, наоборот, закрыть, может быть, заезд. Такое часто бывает, то есть обращения мы эти принимаем, в основном мы их это воспринимаем, выполняем. На центральных улицах города разметку будут наносить еще неделю, затем работа перейдет на менее оживленные дороги. Александр Демидов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».